Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и мы подошли к финальной главе кампании «За нежить», называется «Пылающее небо». Миссия более чем интересная, но нужно знать, как проходить. Есть здесь один маленький секрет, который значительно упрощает прохождение игры честным способом. Так, что у нас тут скажут перед битвой? Да, конечно, противник здесь у нас будет крайне жестокий. Магический круг приготовлен в точности по твоим указаниям. Ты готов начать обряд? Почти. Я уже дочитываю. Это просто невероятно. Автор знает о демонах практически все. Я подозреваю, что он был гораздо сильнее, чем думали его современники. Его силы не хватило даже на то, чтобы избежать смерти. Вот что главное. Достаточно того, что сегодня мы завершим начатую им работу. Приступай. Ну что ж, начинаем. Чего желаешь? Так, нам нужно сразу обеспечить нас необходимой защитой. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Ну что еще? Так, сюда. А, нет. Я сначала, наверное, мины возьму. Чего? Так, здесь нам потребуется вот это вот. Тут есть такой маленький секрет, без которого разведчики обнаружили склад гоблинских мин. Сложного пройти будет дальнейшую нашу миссию. Так, давайте наберемся. Все отлично. Ну, все, ждем первого нападения нашего противника. Так, что у нас тут есть? Понятно. Сразу же нужно освоить необходимые вещи. Построить сюда дополнительные работников. Говори, так, к счастью, противник не решился разрушить мои башни. Ты узнаешь, что такое боль. Так, ну, молодцы, молодцы, сумели нас достать, задеть немного. Ну что еще? Но мне не так много времени, чтобы его расходовать на каждого вражеского юнита. За короля мертвых. Эх. Я заставлю тебя страдать. Молодцы, все. Нам нужно будет напасть на одного из противников и постараться забрать у него как можно больше. Нужно больше золота. Так, что тут есть? Все строится вроде. Блин, золотница. Офигеть. Придется ждать еще целую золотницу. Где прольется моя кровь? Так, ничего отменить нельзя, да? Ну ладно, чего я уж думал, у меня тут золото будет, хоть завались. Дела не а его до сих пор глупец. Нет. Наконец-то. Все, будем нападать на противника. Во славу плети. Я жажду так, что там славы это не было, неважно. Все. Ну что ж, смотрите, тактика достаточно простая. Главное выстоять первое время. Не поддаться на соблазн. Ну что еще? Так, давайте начнем. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Так, давайте. Давайте, братцы. Все за одного. Наконец-то. И один за всех. И не надейся на быструю смерть. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Практически разрушили. И не надейся на быструю смерть. Так, замечательно. Во
славу плети. Ну что ж, тут нам придется вот столкнуться с не менее коварным врагом. Любой ценой. Обряд не должен прерваться. Но лучше я заставлю тебя страдать. Во славу плети. Вот так-то лучше. Наконец-то. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Так, ну что ж, давайте сносим. Надо постараться вынести эти наши производящие здания, ибо они зло для нас полны. Так, что тут есть? Вышек у нас тут не осталось. Плохо, очень плохо. Ибо нам тут понадобились бы они. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Так, и еще одно здание. Полегче. Так, а ну давай-ка вот пройди сюда. Лучше. Во славу плети. Так, отлично. Ну что ж, сейчас закончим разнос этого здания, и я думаю, на этом можно остыть в данном направлении, больше не трогать противника. Он уже ничего не сможет нам сделать. Так, что касается здешних моментов, то давайте, наверное, обезопасим себя. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Так, 83. Блин. Пламя легиона. Барьер между мирами ослабевает. Так, отлично. Ну что ж, здесь надо выстоять одну из битв. И теперь мы можем противостоять противнику. Исследование завершаюсь перед вашей родиной. Фростморн жаждет крови. Более-менее достойным. И не надеяться на быструю смерть. Так, кончик я не позволю уничтожить, пусть лечится. Полегче. Ну, как видите, миссия действительно полна драйва. У нас здесь постоянно идет какая-то динамика. Постоянно разворот сюжета будет идти на 250. На 360 градусов. И все будет достаточно хорошо, но надо дожить до этого момента еще. Раскачать нашу базу как следует. Ибо без этого не всегда получается побеждать. Так, отлично. Хорошо. Ну что ж, хотя бы противник не будет осадное орудие посылать. Это многое значит. Так что с золотом вроде как добывается. Отлично. Так, ну я надеюсь, что этих сил хватит нам для обороны. Начальная оборона. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Стройка завершена. Стройка завершена. Я жажду служить. Для дальнейшей обороны, конечно, это маловато будет. Мой победитель. Хотя бы по 10 вышек надо с каждой стороны иметь, плюс какие-то военные отряды, которые будут оберегать наше спокойствие. Постройка завершена. Так, есть такое дело. Чего желает мой победитель? Нужно больше золота. Исполню с радостью. Да, вроде как этот противник меня так и не решился атаковать, после того, как я разнес ему половину зданий. С радостью. Постройка завершена. Ваша воля исполнится. Так, ну по 8 вышек это уже отлично. Я жажду служить. Ну что еще? А мне давно уже синий не нападал. Наконец-то! Во славу плети! На нас напали. Так, а кто напал? Завершена. Ай. Полегче. Постройка завершена. Так, ну постройка что за наказание? Завершена. Ну ладно, благодарю этому противнику мы хоть... О, ну кстати, я совсем против... Блин, наконец-то. Как не вовремя. Противник подошел, артефакты я не забрал. Стройка завершена. Так, благо у меня нет никаких осадных орудий. Фростморн. Ну что ж, под огнем наших башен многое можно сотворить. В том числе и уничтожить завершена. Этого противника. Жажду служить. Да, повелитель. Никто
никто не смеет мне приказать. Не прольется моя кровь. Ваша воля исполнится. Ну что еще? Вот так-то лучше. Так, отлично. Наконец-то. Ну что, как видите, у нас вполне боеспособная ситуация. Наши войска способны отстоять, и заметьте, это на максимальном уровне сложности. Миссия относительно непростая, конечно, если с последней сравнить миссии, это вообще ужас просто. За 45 минут попробуй выживи. Так, фиг с вами, ребята. Давайте лечиться. Замечательно. Вот так мы засадили противника за стол переговоров. Постройка завершена. Если это так можно назвать. Постройка завершена. Заметьте, на родной земле гораздо быстрее идет наша рекреация или восстановление. Но если все так будет продолжаться, то у нас... непобедимое войско появится. Постройка завершена. Постройка через завершена. Некоторое время. Фростморн жаждет крови. Так, хорошо. Наконец-то. Жизнь. И он послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении. Так, сколько этих гончих у меня уже? Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Так, все наши дополнительные силы. Никто не смеет. Везде они есть, везде они нужны. Постройка завершена. Постройка завершена. Говори, глупец. Постройка за завершена. За короля мертвых. Ну что еще? Вот так-то лучше. Ты узнаешь, что такое мой исследование за короля мертвых. Вызвали меня. Так, отлично. Склоняюсь перед ну что, противник у нас не особо живучим оказался. Ваша воля исполнится. Можно было бы попытаться добить. Да свершится предначертанное. Стройка завершена. Стройка завершена. Говори, глупец. Ну, я пока сосредоточу усилия именно на обороне. Моя кровь. Так, давайте вторым рядом будем ставить. Исполню с радостью. Нужно больше. Нет. Золота. Жизнь замерзула. Вот так. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Никто не так давно у нас синий не нападал. Надо как-то побеспокоиться о этой стороне нашей жизни. Так, что у нас тут по обороне? Да, синий, конечно, молодец. Никто не смеет. Кроме одного момента. Фростморн жаждет крови. Так, отлично. Положили первого же. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, ну давайте еще кого-нибудь положим, скажем, целителя. Фростморн жаждет крови. Хорошо. Я заставлю тебя страдать. Так, ну что ж, пусть под огнем будет находиться наш полководец, мне не жалко. Принадлежит мне. И не надеяться на быструю смерть. Постройка завершена. Постройка завершена. Вот и отлично. Ты узнаешь. Под нашими вышками противник нам не противник. Вот так-то лучше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как это тут нас атаковали так коварно. Фростморн жаждет крови. Ну что ж, как видите, с легкостью я расправляюсь, практически все жизни у меня отобрал противник. Наконец-то. Так, молодец. Молодец, самый настоящий. Так, ну давайте полечимся. Исследование завершено. Склоняюсь перед вашей волей. Нет, пусть тогда вот так жизнь это произойдет. Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится.
Говори, глупец. Я жду. Что сделаешь? По три паука с каждой стороны вполне способны помочь нам справиться с противником. Да, 15 минут остается. Ну что, можно даже побаловаться судьбой, как в следующий раз нападет на меня синий противник. Постараюсь, наверное, напасть на белого. Вынесу ему что-нибудь. Хоть одно из зданий. И то было бы приятно. Так, а гоблинских мин больше нигде нельзя купить. Было бы очень кстати. Жизнь замерзла. Постройка завершена. Так, ну давайте, наверное, на этой стороне мы поставим тоже каких-то вышек. Исполню с радостью. Постройка завершена. Да, постройка завершена. Как видите, у нас однотипная оборона. Ничего сложного здесь нет. Если очень захотеть, может любой построить. Так, минусы, правда, отсутствует. Живые выступают. Так-то лучше. Так, противника разбили, никого не потеряли. Это очень важно. На нас напали. Легче. Наконец-то. И он послал нам на помощь адских гончих. Они в твоем распоряжении, рыцарь. Так, гончи у нас есть. Немного ли у нас скопилось их? Завершена. Постройка Давайте завершена. Немножко потеряем. Ну что еще? Наконец-то. Вот так-то лучше. Полегче. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Так, ну молодцы. Плети. Противник теряет все до последнего солдата. Вот так-то лучше. Так, одного из наших действительно задело. Станет явным. Ну что еще? Ну что, как хотел, так и потерял. Полегче. Ну так что еще? Лучше иногда не зарекаться. Так, ну побежали защитить. Да, с тыла я как-то не подумал защитить нашу сторону. Да, это очень важно. Видите, противник может нас здесь доставать. Хотя я был о нем гораздо худшего мнения. Вот так-то лучше. Чего желает мой победитель? Говори, мы забили. Перед вашей волей. Исполню Никто не смеет здесь мне приказывать. Проходить линии обороны. Во славу плети. Приступаем. Полегче. Постройка так, завершена. Что тут у нас не починено? Так, ну вот какая-то первоначальная оборона есть. Ну что, я предлагаю, наверное, еще где-то построиться. Можно было эту базу донести, хотя в этом смысла большого Никто не вижу. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Пусть лучше на своей земле стоит Артас. Склоняюсь перед вашей волей. Ладно, давайте еще поставим. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Маленькую группу Полегче. Наших башен. Вот так-то лучше. 1500 жизней у нас Постройка есть, регенерация в хорошей скорости Чего тоже жажду есть. Служить. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Жизнь замерзула. Где прольется моя кровь? Живые наступают. Опять сюрприз. Ё-моё, сколько сюрпризов у нас в игре. Постройка завершена. Постройка завершена. 12 минут остается до конца. Лишь бы синий не напал одновременно. Постройка завершена. Так, давайте как-то сконцентрируем наши усилия. Постройка завершена. За короля мертвого. Постройка завершена. Так, надо подстраховаться на всякий случай. Ну что еще? Да, Артас молодец, универсальный юнит. Где прольется моя кровь?
жизнь за Нерзула. Полегче. Во славу плети. Вот так-то лучше. Вы звали меня. Никто не смеет мне приказывать. Так, отлично. Быстро мы перебили нападающих. Как видите, сила в легиона нам всячески помогает. Так, отлично. Что ж, противник очередной раз доказывает свою глупость. Ну что еще? Во славу плети! Фростморн жаждет крови. Так, все-таки одну башню может вынести у меня. Во славу плети! Твоя душа принадлежит мне! Ну, посмотрите, какие эффективны эти гончие. Спецотряд они у нас действуют, поражая противников. Где прольется моя кровь? Так, ну что ж, давайте еще что-нибудь. Наконец-то. Ух ты, ё-моё. Нам на помощь пришли могучие духи огня. А сколько у них жизней хотя бы? Рыцарь. Я думаю, где-то по 1000 или 1500 будет. Да, 1500 так и есть. Так, ну давайте. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Они ждут жизнь за Нерзула. Предполагаю, что можно еще здесь поставить небольшое количество вышек. Хотя бы по 4. Или даже не 4, вот так. Да, повелитель. Они ждут. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Ну что, может, здесь еще тоже по парочке. У нас тут паучье. Слабенькая атака у пауков. Нужно больше. Прольется моя кровь. Ну что еще? Так, и легион практически восстановил свои силы. Да, также можно, наверное, с минами забежать на любую базу, разбить, если потребуется. Стройка завершена. Стройка завершена. Во славу плети. Так, ну давайте пока мы не ударим. Хотя бы по вражескому А, блин, там бесполезно бить. Во славу плети. Так, что к нам пришло? Живые наступают. Ага. Коварный враг думает, что он умнее всех здесь. Разбили мы противника, пусть идет теперь со мной. Живые наступают. Ну вот, что и следовало доказать. Противник неразумно решил напасть. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Наконец-то! Стройка завершена. Живые наступают. За короля мертвые! Вот так-то лучше. Отлично. Я заставлю тебя страдать. Во славу плети! Ах, негодяй, негодяй. Говори, вынес мне целую башню. Наконец-то! Во славу плети! Наш золотой рыцарь. И не надейся на быстро. Стройка завершена. Вот так-то лучше. Живые наступают. Фростморн жаждет. Работников отстреливают. Вообще жалкий, жалкий противник у меня. Да, так вот себя опозорить на поле боя. Наконец-то! Во славу плети! Где прольется моя кровь? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Говори, глупец.
Фростморн жаждет крови. Да, в любом случае мы держимся. Противники нас еще не скоро смогут одолеть. Даже если будут пытаться, очень хорошо, все равно не одолеют. Так, что у нас тут по дереву? Походу, добыча дерева завершена. А зря, 6 минут еще целых. Полегче. Так, адских кончик мы потеряли. Ладно, есть еще кое-кто у нас. Склоняюсь перед вашей волей. Жаль, конечно, потерянных солдат. Постройка завершена. Сплошная оборонительная дуга у нас получилась. Постройка завершена. Пушки, конечно, хорошая вещь, но любая баллиста может их убрать без всяких трудностей, что говорит о том, что не бывает абсолютно неприступных укреплений. Всякое можно взять, как в компьютерной игре, так и в жизни, наверное. Вот так-то лучше. Жизнь за Нерзула. Никто не смеет мне приказывать. За короля мертвых. Живые наступают. Ну что еще? Так, никто, ну отлично. Мне приказывать. Противник решил похвастаться мне чем-то. Но что-то потерял взамен. Гадил. Все равно атакуют, все равно нападают. Говори, все равно кого-то из наших убивают. Во славу плети. Наконец-то. Так, отлично. Полегче. Так, скорее всего, синего надо ждать теперь. Постройка завершена. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Склоняюсь. Чего желает мой повелитель? Так, надо быстренько наверстать упущенное. Нужна древесина. Ну хотя бы, наверное, подлечить. Склоняюсь перед вашей волей. Ну что еще? Так, отлично. Вот так-то лучше. Враг снова решился напасть. Что такое боль? Во славу плети. Наконец-то! Фростморн жаждет крови! Наконец-то! Стройка завершена! Фростморн жаждет крови! Ну, хотя бы с артиллерией распрощаемся. Вот немножко легче лучше. После этого должно стать. Наконец-то! Полегче! Блин, один маг и столько бед! Вот так-то лучше! Вот чудо! Три минуты остается, давайте пробежим между вышек. Наконец-то. Противнику не перебежать этой грани. Чего желает мой повелитель? Я жажду служить. Да, повелитель. Где прольется моя кровь? Склоняюсь перед вами. Так, две минуты остается, не знаю даже имеет ли смысл строить какие-то башни. Ну ладно, построю парочку. Я жажду служить. Говори, глупец. Фростморн. По идее, 2,5 минуты остается. У нас должен быть нереальный штурм со всех щелей. Буквально должны вылазить противники и пытаться подбить Келтузеда. Но не судьба. Полегче. Наша оборона оказалась гораздо крепче. Но опять-таки, можно было находиться на грани. Но для этого требовалась всего лишь одна вещь. Нам именно потребовалось держать северного противника. Он постоянно подсылал бы к нам осадные машины, и фиг, что мы смогли бы сделать. На грани пришлось бы существовать. Или же отбиваться армией, как вариант. Ну, во-первых, этот вариант дорогой. Мы не смогли бы такого количества башен построить. Во-вторых, не всегда это и проходит. Так, что тут противник? Фростморн жаждет крови.
где прольется моя кровь. Ну что еще? Наконец-то. Что, можно было бы за нас поводить врага? Держитесь! Мы должны защитить Кэлтузеда. Час победы близок. Вот так-то лучше. Так, ну давайте наконец-то за нас поводим противника. Во славу плети! Фростморн жаждет крови. Во славу плети! Ой-ой-ой-ой-ой! Наконец-то! Какой у нас враг? Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Во славу плети! Наконец-то! Вот так-то лучше! Во славу плети! Ай, блин! Зажали Артаса, гады! Гадьё просто! Так, отлично, я еще держусь. Ну что, 33 секунды остается, и врагу так и не светит победа. Так, Артас молодец, все-таки долго выдержал наш темп боя. Твоя душа принадлежит мне. Вот так-то лучше. Так, я даже отбиться сумел. Да, 11 секунд остается, противнику нереально даже приблизиться к Кэлтузеду, не то что победить. Вот такая вот легкая миссия у нас оказалась. Ну что ж, друзья, благодарю всех за внимание. С вами был Ромулус. На этом все.